Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и у нас сегодня очередной стрим, и мы сейчас будем American Truck Simulator. Да, добро пожаловать, у нас версия игры 1.38.1.1, да, именно. У нас куча обновлений, так что добро пожаловать, присоединяйтесь и погнали. Посмотрим, что здесь новенького. С чем, кто, что и почему. В общем, честно, Евротрек и American Truck у меня ужасти, но American Truck мне как-то больше нравится. И здесь такое же письмо, как и... Привет, босс, несколько компаний хотели бы использовать ваши профессиональные навыки вождения для некоторых специальных поставок. Так я и в прошлый раз, это будет непросто. Для этого потребуется мастерство, терпение, взаимодействие с автомобилями, сопровождением и особая осторожность. Но я думаю, вы обладаете всем этим верно и не забывайте, что эти грузы еще и более прибыльны. Да, я понял. Хорошо. Что у нас по карте, давайте посмотрим, потому что я точно сейчас в Лос-Анджелесе. И у нас, да, вот, вот это вот новый штат нам добавили, Айдахо, если я не ошибаюсь. Вот это вот Вашингтон с левой стороны, а вот это вот справа это Айдахо штат. Да, в общем, у нас тут уже, вот здесь как раз мы, это... Мало в каких городах уже нам осталось ездить. Мы большую часть уже объездили. Ну что ж, берем прямые перевозки. У нас 41 тысяча, так что да, нам нужно работать. И берем Лос-Анджелес. Окленд. Окленд мы были. В Брестоу были, Бейкерсфилд были, здесь Артижа были, Такома были, я же говорю, здесь у тебя осталось мало вариантов. Элка, Элли. Вот, наконец-то, Нампа. Вот, Нампе мы не были, только почему именно таким образом? А, это как раз... Да, а почему таким образом заезд? По-другому что, никак? Таким полукругом. Кстати, что будем вести, я так и не посмотрел. Ай-яй-яй-яй-яй, Семен Семенович. Да, так же самое, как и в Евро, мы заезжаем в свой гараж. И тут же будем заправляться. Вписались, в общем. И заправляемся. 2,79 цена у нас за галлон. В галлоне 3 литра, соответственно. Считайте, сколько за 1 литр. И вы узнаете, что мы платим намного больше, чем они. Можем спокойно сюда выезжать, да. Простите. Как-то ты чересчур быстро поехал.
Да уж, с этими грузовиками, конечно, здесь. Сюда уже я не буду именно. Сейчас чуть-чуть. Да, прямые поставки. И будем вести тару. И 41 тысяча. Ну, неплохо. Так. И он где-то там вот. Влево. Вон он. Да назад ты ж едь. Ты нормальный ход. Ау. А как это он? Ты чего? Слышь, он назад не едет. Тут какая-то трабл с задней передачей. Ты понял? Что-то они тут намучились. Блин, я что-то не понял. О, выровняйся ты, чудо. Да чего ж ты? Как-то оно переключается. Попал. Наконец-то. Ну, конечно, вот это вот с задней передачей у них какие-то проблемы. Так, давайте посмотрим по карте, почему именно таким макаром мы едем. Почему так? А нельзя, блин? Ну давайте так проедемся. Да. Поехали, в общем.
Да, тут я могу. Здесь тоже поменяли дальность и расстояние, в общем. Тут будем придерживаться 30. Ох, ничего себе, прорвал канализейшнс или что это? Ну да, воду прорвало. Ух ты. Такого еще не было событий. Первый раз такое вижу. Да уж, вот тебе и поездка. 900 миль. Тоже по 400. 450. Ну, 500. 500 миль. Да. Нам, ребятки, надо это налево. А что, никому не помешаю? Ну, в общем-то, нет. Не помешаешь. Все, поехали. Мы катимся, в общем. Катимся по Лос-Анджелесу. Спасибо за зеленый свет. Ай-яй-яй-яй. Какой-то фу, таким образом эти машины туда припарковались, я даже не знаю. Полицейский едет. Та машина правильно припаркована, а? Чё ты глаза закрываешь на вот это вот все действие? Она поломалась. Поломался он, ты смотри какой. Ты рубанул, в общем, в поворот так конкретно. Тут уже 55, так что разгоняйся уже.
Погнали, а тут трава растет, да? Прикольно, конечно, на асфальте трава. Какое-то происшествие на дороге. Или задержали преступника. Особо опасного преступника. Ладно, мы погнали. Бастон Сан-Диего и что там еще? Сан-Диего 1 миля. Феникс. Да, мы тоже сюда. Потихоньку мы доедем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коллаборация, в общем. О, сейчас разгон мы дадим. Уф, 65. Да, это самая знаменитая дорога. Сейчас будем спускаться. Это будет резкий такой спуск. До 39 миль упало. Сейчас будем разгоняться. Я правда не знаю, сколько у меня там это. Мы можем узнать, посмотреть. Это не вопрос. Это берется вот так вот. И 39 тысяч футов у нас. Фунтов. Вес. Ну, я все не собираюсь, но. Ну, посчитайте, типа, сколько же этого вообще в этих там. Килограммах. Кто может посчитать и сказать точно нам? Юни, блин, там перекрыли дорогу, да? Текущее задание и... Так. Ну, наверное, направо, потом налево и... Чего ты так прыгаешь? Ух, капец. Да в ч... А,
подтолкните меня. Что произошло? Что здесь не то? Почему он тут застрял-то, чтоб вас? Ёгломены вот это приплыли. Ну как такое может быть, ребятки? Ну что ж вы делаете? Почему у меня машина провалилась? Что за фигня? Ай. Да блин. И куда, интересно? Ну вот это вы видели, эту штуку? Как можно так застрять? Баг еще очередной. Ты сейчас где, Барстов? А, ну это ты. Тебя чуть вперед провезли. Хорошо, согласен, но по времени я не знаю, сколько мы там потратили. Давай быстрее. Уезжаем на дорогу. Это меня, конечно. $900 зажали меня, в общем. А, да. Это я, конечно, перестарался. Нужно же было по обочине. Времени у нас там что осталось для отдыха? 8 часов, 33 часа у нас на все про все. Отлично. Гоним. Давай обгоняй, демон. Мы с этим справимся, а потом переключим. Ну, дождь какой-то еще идет.
съезжай. Вот так вот. Сразу переключаемся на более большой взгляд большого Билла. Это звук идет с улиц, там грузовик какой-то тормозит. Поэтому, так что не пугайтесь, у меня тут все нормально, все в порядке. Шесть вечера, да, это скоро ночь начнется, так что нам нужно поспешить и не нарваться на полицейских. Машин море. Кто из них какая, тоже не совсем понятно. Кто из них коп, а кто не коп. Вроде нету копа. Ду-ду-ду-дун. 75 миль ты ломишься. Ух, можешь ведь. Ну, вот это прикол с асфальтом, это, конечно, разработчики дали газу. Я-то думаю, чё этот прыгает так? Ну, там какой-то зыбучий этот асфальт. Дождь усиливается, да? Там какой-то грузовик тормознулся. Ёшкин Бабаевич. Твою ж дивизию. Ай-яй-яй-яй-яй. Разогнался. Завелся, но надо в ближайший городок. Вот есть тут починка. Спуститься. Ну, ты почти приехал. Thank you.
шандарахнулся-то? Да уж. Выгруз поврежден, скорее всего. Хотя там удара вроде бы. Да. Но по идее он не должен быть там сильно уж поврежден. Ай. Ездец из тебя, капец какой. Да, по этой дороге ты еще не ездил. Какая-то новая дорога. Salt Lake City, Flamingo Road. Как же они едут, блин. Строились, а там, блин, эти никак не могут. Тут можно было. Блин. Ты понял? Ночью уже ничего не увидишь. 28 тысяч, это как-то не очень. Тара там бывает разная, есть пластмассовая, скорее всего, что... Да, направляемся в Salt Lake City. Salt Lake City. Куда ты перестроился?
Вот уйдут. Сбавили скорость. Вроде вписались. Два красавца нашли друг друга. Ну, тут пока что нормально проезжаем. Но впереди, возможно, пробка. Куда ты перестраиваешься, ты, Тима? Вот уже, блин, Казимир, блин. Сервис вам не нужно на сервис. Блин. Вот говнюк. Вы видели, как можно ездить с такими придурками? Как будто западло специально, да? Идиота. Если бы не автобус, я бы его там прижал бы. Вышел бы и поговорил бы с ним. Вообще, блин. Тихо. Семьдесят семь. У Федекса вообще такая низкая посадка, как будто он без колес едет. Нам прямо. Паровоз.
80, но 80 я не могу разогнаться. Не едет. Да, конечно. Не знаю, может там уже нечего вести. Все разбито. И скорее всего. Да так засандалится. Еще бы. В общем, ты уже то, что заработал, уже потратил на ремонт. Что, на подъем мы поднимаемся как-то? Они меня все обгоняют. Машина вообще ничего нет. А, там легковушка. Пардон. Теперь мы их будем обгонять. Заправка, цена. Да, надо искать отдых. Какие-то работы ведутся, да? Погнали. Почти всю толпу догнал. Не тормозя, это уже хорошо. Надо уже ночлег искать мне. Почему нету заправок и отелей? Один.
тут нормально вписываемся. Скорость тут прилично, так можно выжимать в этой трассе. Горы мусоров мы везем. Съезжать надо. Там машина мешает. Можно было через этот полянку приехать и по встречке забежать. Так, он там, кажется, притормози. Но все равно машин как-то трафик уж большой для такого времени суток. Да. Поворот. Резкий. Бензина. Нам бы еще бензина бы. Salt Lake City. Да, похоже, что в Salt Lake City мы только заедем. Поворот не прозевать.
Капец, этой скоро еще. Вот это ты вылетаешь. Конечно. Вообще, такие разметки, это жуть. Да, вот вам и Likes, Salt Lake City. Да уже сейчас припаркуемся. Секунду. 315 миль нам осталось ехать, но он точно не доедет. 2 часа ночи. Днем будем доезжать, в общем. Днем это намного красивее. Правда, когда дождь идет, это не очень красиво. Блин, да ну вы прикалываетесь с вашей железной дорогой. Только повернул сразу, блин, железную дорогу, давайте пусть. Вообще, блин. Ну, еще товар нет будет. Да знаю, блин, поднимайте шлагбаум. Да, еще один поезд. Ну, ребята. Да что вы... С вашим переездом. Еще... Вы что прикалываетесь? Второй поезд.
будут выезжать, они опять пустят поезда, да? Наконец-то. Ты колыменные и красный. Заправка. Уже сюда сунемся. Заправляйся. По 2.30 тут дешевле. Отлично, полный бак. Просыпаемся и едем оставшиеся там сколько. Миль. Тут он выезжает, поворачивает направо. Капец. Да, вы вот это вот серьезно, да? С вашими поездами. Жуть. Тогда ты попал, так попал. Да, на такую горку пробуй забраться. Вроде никого.
Как-то широковато, правда? Где все машины? By speed limit. Огден. Чё, где он, этот Огден? Если трасса-то не заезжает на этот Огден. Щит какой-то рекламный потусклый. Как будто его уже еще один, да. Как будто не использовали уже 1000 лет. Вам не нужно. Хорошо, что не нужно. Это здорово. Нет, мы где-то уже там, в тех краях. 200 миль осталось. Какая-то с той стороны. Пока Телла и Бойсе. Мы едем в сторону Бойсе, значится. Бойсом. Вы чё Айдахо, welcome. Вот мы в штат Айдахо приперлись. Повысил свой уровень. Вот так вот, отлично. На ремонт, конечно, заплатил 20 кусков. Индюк-то я.
кожаные кроссовки 39 размера. Не, какой 39? 49. Да и Дахаштадт. Въехали в него уже. И обгоняем. Камеры проскочили. А, сервисный центр. Твою ж дивизию. Чуть не пропустил. Какой-то грузовик задержали. Даже на неисправном транспортном. Почему не исправный? Исправный он у меня, блин. Это чего вообще, блин? Что значит неисправный? $500. Чё, блин? Я же его починил, он не полностью исправный. Вообще, блин. Полностью у меня грузовик исправлен, блин, вы чего? Вообще полицейские зажрались. Я же его только починил. Речушка. Айдахо. Да, пейзажи тут, конечно, прикольные. Мне нравится. Но мне нравится то, что в Айдахо, блин. Мне нравится то, что... На проверке взвешивания она мне сказала, что у меня машина неисправна. Это, конечно, вещь. Да уж. Простите, зажал я тебя. 119 миль осталось. Да, мне кажется, за эту перевозку нам штраф впаяют и накажут еще опытом. Меньше за работу опыта. Тихо, полицейский. Кажись, полицейский был.
Непонятно. Так, чё ты поворотник включил? Никакого поворотника едет. Мне кажется, что не полицейский, что у тебя глюки уже. Глюки какие-то. Полицейский сразу. Полицейский. Нет, то не полицейский. Вот какой вот это вот полицейский, а? Вот справа вот эта легковушка. Вот сказочник. А вот этот вот грузовик, я не знаю, что он сейчас делает. С чем он сюда перестроился. Буду я с тобой так поступать. Вообще, простите. Да Айдахо. В Айдахо только так делают. Добро пожаловать в Бойсе. Нам Бойсе еще засчитают, да? Фух, чуть не пропустили. Нампа. Блин, еще и на... Обалдеть. Я тогда поехал. Если я уже заплатил, то я поехал. За что? Я ж не пересек.
Ай-яй-яй-яй. Так, что у нас за машина? Даже не знаю, что это за марка. Сейчас, пока ты едешь, то будет зеленый. Ого. Самолет. Вот это да. Да, не получится нам повернуть направо. Потому что эта машина заблокировала нам проезд. Ну, ребята, подвиньтесь. Стороннее движение, ничего так себе. Этим грузовиком, точнее даже. Вот. И вот мы приехали. Да. Даже не знаю, какую сейчас нам эту оценку дадут. Да. Простите. Иск.
сколько вас тут собрать, чтобы мне вот последняя машина. Ну и вот это спортивный Ford Mustang. Подожди, подожди, тебе сюда надо. Пыль мне нравится, как они прорисовали, шикарно. Да, давайте будем парковаться. На грунте я еще не парковался. Конечно, сейчас система это. Сидят, нет, чтобы помочь. Засчитала. Отлично, припарковались, терпимо. Разбили все-таки. Да, 25 тысяч, аж 15%. Мне столько за поврежденный груз. Да уж, блин. Да уж, ну давно не ездили, называется. А ну покажи на карте, где нам бы. И ремонт, и отдых. Только сюда. Хорошо, понял. Давай.
зеркало не все видно. Ну ты ж пустой, так конечно там будет сейчас донат. Вы не повернул, то нормальный. Ты что, на красный поехал? Что-то я не понял. Текст слабенький. Потом неповреждена машина, да? Что у тебя тут? Ничего не повреждённое, блин, колёса. Блин. Вы чё шутите, тюнинг? Последняя. Ага, из двигателей 435-50-2600. Тут лучше 51. Возьмем. Да. Лучше.
мощнее. Блин, вот как так? Не вписался. Нормально. Тут чуть-чуть совсем залить. Поспать и в бой. Да. Что ж, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Вадим Сена. Игра American Truck Simulator. До скорого. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем стриме, который, возможно, будет чуть позже. А на этом все. Всем пока.